Опа! Такие красивые. Всем привет! Сегодня мы делаем мексиканскую тортилью с горгонзолой. Это очень легкое блюдо. Мы будем им сегодня завтракать на сенсей бане. Открываем. У нас здесь, сейчас посчитаем, сколько листиков. Раз, два, три, четыре листика. Нам на двоих человек будет по два. Красота! Опа! Готово! Теперь мы убираем огонь, он там пока не нужен. И берем, открываем нежные, снежные крабовые палочки. Вот так вот они замечательно открываются. Опять же, почему взяли именно эти палочки? Потому что они очень сильно напоминают мясо краба настоящего. Кто любит настоящего краба, он реально поймет, что это так и есть. Так я даже не смогу удержаться, съем один кусочек. Это великолепно. Открываем моцареллу. У нас она сегодня называется пиццарелла. Почему-то. Хотя у нас будет она использоваться в кесадилле. Будет называться кесадилла. Опа. Опа. Ой, какой он мягенький. Очень приятный будет его покушать. И, конечно же, горгонзола. Это сыр с плесенью. Он с таким необычным запахом и вкусом. Может быть, кто-то с первого раза его не поймет. Оп. Но на второй-третий раз он тоже вам обязательно понравится. Поехали дальше. Нарезаем моцарелку. Ой, какое шикарное блюдо получится. Я уже предчувствую. Она так мягко режется. Она немножко полежала у нас на солнышке. Погода у нас сегодня очень хорошая, солнечная. Хотя сегодня, как всегда, обещают дожди. Но нет. Надеюсь, их сегодня не будет. Нарезаем вот эту вкусняшечку. Горгонзольную. Вот так. И мы ее намажем прям как маслечко на нашу кесадилью. Так. Так, открываем палочки на скорость, чтобы вы долго не ждали. Оп. Оп. Прям полетели палочки. Полетели, полетели. Перенимайте опыт. По-моему, у меня это великолепно получается. Могу участвовать в соревнованиях по открыванию крабовых палочек. Вуаля! Нарезаем наши палочки. Делаем вот так. Миленько. Раз, 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 раз. Слушай, я прям шеф-повар. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Мне прям это начинает нравиться. Я не могу остановиться. Ю-ху! Красотулечка. Все, мы нарезали нашу горгонзолу, мы нарезали моцареллу, мы нарезали наши крабовые палочки, которые максимально похожи на краба. И нарезаем замечательный помидорчик. Помидорчик великолепнейший. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ура, ура, ура. Переходим к самому хорошему, замечательному. Не, это я зря положил. Берем горгонзолочку. Красивенько ее размазываем здесь. Вот так вот. Замечательно по всему блюду нашему. Ой, какая будет вкуснятина. Опа. Берем моцареллочку. Выкладываем тоже по всему нашему блюдику такому. Оп-оп-оп. Тортилья у нас пока еще. Но сейчас, после нескольких манипуляций, тортилья превращается в кесадилью, потому что она будет уже с сыром и будет завернута. Так, и делаем теперь помидорчики. Помидорчики красивенько укладываем на нашу
Пока еще тортилью. Оп, оп. Оп, оп. Теперь берем листики салатика. Вынимаем. У нас салатики, смотрите, прям с огородика, да? Еще с корнями. И красивенько вот так выкладываем. Оп. 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 Так, мне кажется, достаточно. Теперь перелаживаем один листик сверху. Все. Все готово. И когда мы сложим ее пополам, это получится кесадилья. Вот одна кесадилья у нас уже готова. Так, делаем вторую кесадилью, так как мне сказала моя любимая, потому что ее почему-то не устроил мой шикарнейший вариант. Она попросила ей сначала намазать вот этой горгонзолиной. И побольше. Живем дорого-богато. Побольше. Побольше. Теперь, сейчас вспоминаю весь рецепт. Крабовые палочки. Крабовые палочки, конечно же, куда без них. Тоже побольше, пожирнее. Разложить по всей тарелочке. По всей тортилье нашей. Помидорчики. Помидорчики. Вот, сейчас красиво стараемся, вылаживаем. Вот у нас тут еще помидорчики спрятались. Во, во, во. Какая будет красотулечка. Красотевная. Ложим листики салатика. Вот такие красивые. О, слушай, этот очень вкусно. И я даже думаю, полезно. Все, не жалеем, не жалеем. И накрываем все сурком, чтобы он хорошо расплавился. О, о. О, добавим наши сырочки. Какая вкуснятина. Достаем. И наше блюдо завершается таким листом тортильи. Ура! Так, мы приготовили наши вкусняшки, и теперь нам нужно их подогреть. Чтобы мы приготовили их вкусненько, и нам не пришлось разогревать наши угли, есть такой лайфхак, я им уже много раз пользовался. Попробуйте, вам понравится. И делаем то же самое со второй стороны. Ура! В общем, рассказываю. Реально хватает для того, чтобы пропечь сыр, который лежит под лавашом. И будем пробовать. Это я сделал просто, завернул. Это я подогрел. Сейчас продегустирую и расскажу вам, что на вкус и как он. Ой, он тепленький прям. Очень, даже внизу горячо для руки. Поехали. Ам. Это песня. Мне сразу попалось все ингредиенты. Попались. Это очень вкусно. Очень вкусно. Может быть, я и вторую подогрею. Сейчас попробуем. Пока она не подогретая. А? Да. Вторую я подогрею тоже. Это намного вкуснее. Подписывайся на канал. Ставь лайк. До скорых встреч. Пока-пока. Все было круто.